Облачные вычисления, Cloud Computing, SaaS – эти слова становятся все более популярными в мире IT. Мы решили узнать, что люди вообще знают об этом. Что такое облачные вычисления? То, от чего прет, ебать, не дует. Ну, что-то такое, наверное, соотношение облаков по небе. А, фиг его знает. Ну, это когда, наверное, вычисляешь, что ты на облака смотришь. Может быть, в переносном смысле. Если это не вычисление количества облаков, их массы и так далее, то это трындец. Осадки. Снег там, например. Really very hard for me. Ну, это такая штука интересная. Что такое SaaS? Как что это SaaS? Снова? SaaS. SaaS? Точно не знаю. Это просто не знаю. Сообщество ассоциаций. Ну, автомобильный завод вполне там уместен в конце, да. SaaS? Ну, это вырви глаз. Не сойдет любой SaaS, если сделан из колбас. Все о SaaS и облачных вычислениях на конференции CloudConf 2011.